Отправляйтесь в путешествие, пристегните ремни. Сотрудники ГИБДД завтра проведут массовую проверку водителей. В частности, они будут следить за тем, чтобы автомобилисты соблюдали правила перевозки детей. Инспекторы будут дежурить на дороге федерального значения Тюмень, Тобольск, Ханты-Мансийск, а также на подъезде к Сургуту. Неделю назад инспекторы провели подобный рейд в городах Югры. За два дня они проверили более 1600 транспортных средств. В результате выявили 300 нарушений.